Один из астраханских секретов: в ухе должен быть обязательно уголек. Или берется целый уголек, или берется лучинка прямо так и окунается в уху. Вот так вот. Теперь мы это вытаскиваем. И самое важное, без чего уха не будет называться ухой, это в уху обязательно добавить водки. Наша уха уже готова, но не совсем. Она будет готова после того, как мы проделаем вот эту процедуру. Водка. И накрыть. Вот теперь уха готова.